Всем привет! Канал Мулькидс приветствует вас. Как видите, у нас новая серия про нашего песика Дуду, но он что-то очень расстроен. Его ломает. Давайте его починим. У него ранка. Так, где мы чиним ранки? Помните? Где-то справа. О, есть. Нет? Я сказал да. Заходим. Чиниться. Ой, какая приятная дама. Он тебя будет защивать. Защивать тебя будет? Так, брейн, место причинное. Так. Место должно быть чистым, опрятным, чтобы можно было все ничего не делать, что нужно. Так, брейся быстрее. Во, обработка. Дезинфекция, дезинфекция. Это обработка места местным раствором. Так, зашиваем. Шлеп, 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 шлеп и шлеп. И пластырь. Пластырь хочу синий. Да, ты дышишь. Красота. Живой, здоровый, с пластырем. Грязный, как собака. Он и есть собака. Ладно. Посмотрим, что у нас за... Измени время суток. Это не вопрос. Это мы сделаем шустро. Так, он хочет пипи. Пошли быстрее пипи. Так. Давай-ка пока стирочку замутим. Пока ты на горшочке сидишь. Приберемся тут. Давай, давай, выкакивай там все. Страдальческий. Звуки свои издает. Моем все. Понюхал. Молодец. Иди мыться. Пузырьки, пузырьки, пузырьки. Помылись. Угу. Довольный собой. Чистый, аккуратный. Так, давай. Ручки мыть. Открывайся. Тыщ. Так. Мыли, 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 мы мыли, мыли, мыли. И смываем, и смываем. И в кошечку играем. Отлично. Вырубаем, все сливаем. За собой все прибираем. Так. Опять яблоко. Мы же ели ничего. Откуда яблоки-то появились? Погнали. Так. Ты, как всегда, молодец у нас. Так. Не трогаем. У нас ничего нет из еды. Обалденно. Так. Огурца нам на завтрак. Так, спагетти, салат фруктовый, я думаю, вот эта штучка еще подойдет, чикается. Так, что у тебя есть? Что ешь? Ничего так поел. Бля. Я думаю, тебе вкусно будет, а ты бля. Так, что у нас дальше? Посиделки? Нет, посиделки, покачалки. Птичка, живи. Молодец. Сиди ты, я подбираюсь. Сиди, говорю. Ей. Будь здоров. Так, прибираемся тут. Тикс. Так, что у нас на улице? Время суток сменить. Та-да, задание выполнено. Открой второе здание. А, надо туда не зайти. Да ладно тебе зевать. Пойдем кататься. Вжу-вжу-вжу-вжу-вжу. Помните, мы тут рекорды ставили по сальто мортале? Попробую еще раз. Чуть-чуть не дотянул. Так, еще раз попробуем. Нравится мне эта штука. Сейчас, секунду. Надо разогнаться только. Так. Вот так. Отлично получилось. Ай, затылком об пол. Ну ладно, ничего страшного. Переживет. Так, что у нас тут дальше? Чего мы хотели? Что-то почта пришла? Другой друг. Лиля-тополя. Играть сейчас? Нет. Пугу мы будем играть потом. А это кто? А кто это? Сосед? Здорово, сосед.
Так, у тебя что-то где-то должно быть заныкано. Так. Круассан висит, ничего себе. Ой-ой-ой-ой. Да подожди, я не туда хотел. Не туда нажал. Вернемся к другу. Здорово, новый друг. О, еда пришла. Так, а что у тебя еще дома есть? Какой-то не густый у тебя холодильник, друг. Нечего друзей кормить. У тебя так все понтово достаточно. Да ладно тебе. Злишься? Так. Ладно, мы тут уже были. Пошли обратно. О, кстати, там что-то на огороде можно было поиграть. Давайте поиграем. Что это такое? А что это было? Знаем эту игрушку. Поиграем в кота. Кота меня ты позовешь? Так. Ага. Эй, я тебя нажал. Так, отлично получилось. Уровень пройден. Подобных очень много. Так. Это подстава. Так, ладно. Так, интересно, детки. Вот так. Фрукты. Мы их победили. Так. Тыдыщ. Так. Как бы надо так оперативника вопрос решить. А походу и не выйдет оперативника. Так, что же нам делать-то? Очки идут, очки. Так, а чё ж очки? Так. Так, хорошо. Так, кто-то в гости к нам идёт. Нам. Ой-ой-ой-ой. Да как же так-то? Мы не ожидали такого поворота событий. Так, ребята, нам тут нужно что-то придумать. Давайте мы проиграем. О. Отлично. Получилось. Чьи ходов много. Так. Отлично вышло. Так. Надо как-то схитрить, потому что у нас подстава. Ладно, не вышло подстава. Так, что же нам делать? Отлично пошло. Замечательно. Вот это плохо. Так. А нет. Получилось. Так, вот здесь уже не угадали.
Что за нить касания-то? Вот так вот, другое дело. Так, что ж тут нам сделать, мои дорогие? Отлично. Так. Шесть ходов еще. У нас долго такая игрушка продолжается. Мы сколько мы играем? Это какой-то рекорд у нас сейчас будет. Как нам лучше сделать? Ребятушки. Вот какой расклад. Да вижу, что не угодишь вам. Аж две? Ничего себе. Как же так? Так, у нас 8 ходов. Что ж делать-то? Что ж такое-то, не хватает все время. Два хода осталось, ребятушки. Ребятушки! Ребятушки. Что ж такое-то? Как лучше сделать? Никак уже, все. Рекорд поставлен, но этап не пройден. Ну, ладушки. Надо напоследок спортом позаниматься. Так, у нас генетический зал, маркет, мини-маркет. Клуб, это консульки, банк, музыка, центр, школа. О, что в школе? Ну, два пасы. Нет? А это? Рано, что ли? А третий? А второй? Что-то я не понял, а в чем заниматься-то будем? Так, задание выполнено. Так. Как этим заниматься-то? Интересно. Я даже не знаю, как это делать. А вы, ребят, знаете? Что-то не могу понять. Прыжки. Что-то не пойму. Ладно, что с этим делать, не пойму. Так. Ну и что ж, я думаю, на сегодня все. Мы что-то немножко подустали. Я думаю, в следующей серии продолжим обучаться, заниматься и так далее. Пойдем в спортзал. Ну, а на сегодня хватит. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.